Областной суд поставил точку в деле Владимира Пузырева. Автолюбитель в Екатеринбурге на большой скорости вылетел на тротуар улицы Фурманова и сбил троих человек. Пешеходы получили серьезные травмы. Двухлетнему мальчику пришлось заново учиться ходить. По тротуару Пузырев решил объехать пробку. В ходе следствия он заявил, что перепутал педали. Звучала версия про эпилептический припадок. Выяснилось, что незадолго до аварии водитель был лишен прав из-за болезни, однако смог восстановить их в ГИБДД, умолчав о состоянии здоровья. В марте 2020 года Владимиру Пузыреву назначили наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Он требовал смягчить приговор и подал апелляцию. Однако срок заключения оставили в силе, областной суд отменил лишь ограничение свободы сроком на 1 год.